Мы с Лёхой последние. Что, вы сейчас выходите, да? Тихо-тихо. Чё, мне стул же надо взять. Спасибо. Ладно, принесу потом. Подожди, там вопрос еще Ребята, дайте радиомикрофоны. Саша, тебя отстранили за плохое поведение, да? Есть второй микрофон, но стоит. Наши гости из Москвы. Абсент. Готический Мальченко. Но ребята сегодня специально для нашего фестиваля сделали акустическую программу. Вам тоже надо попасть. Кадры. А как же, конечно, мы самые-самые. Ну как, на ваш взгляд, все нормально проходит, да? Да, конечно, господи. И молодежь, и современная песня, и классика русская, акапельная. Вы что, акапельная? Да, да. Это вообще классно. Да, ну я... и тоже мы, хоть и старые, но все равно нам... В общем, нормально, да? А вот сейчас пошла такая более ничего, бодрая музыка. Да ничего. Ладно, посмотрим, как тогда до нас дело дойдет, так будет. Ясно, мы тоже будем петь. Секреты раскроем, я с кольем, весь пьян своим кофем, я кольем, на кассету. Мини-диви? Мини-диви. У меня соневская была тоже на мини-диви. А у меня... Пока... Так что вы, значит, вы намерены купить... Хотите достать, короче, себе военный ремень? Военный ремень, фуражка, военный китель. И выезжаем. И ходить будете, да? Да. Ну, с ума сойти. Всего доброго. Такие мы вещаем. Надо поснимай, пока камера не кончится. Ты не хочешь прогуляться? Потом найдешь, поменяешь. Она сейчас снимает? Да, она снимает. А вот эта кнопка, вот эта красная, да, вот эта кнопка. Зеленая, это пауза. Зеленая.